Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мастер Ловушек. Так, ну что, у нас седьмой день, и получаем 1000 кристаллов. Вот так вот, 1000 кристаллов, кстати, очень неплохо. Плюс, что у нас тут? Нет, спасибо, это я не буду. Сундучок мы активировали, через 2, 1, забираем. Итак, ну тут обычные карты. Окей. Так, давай следующий активируем. Заберем тут награду. Так, играл за кадром, друзья мои, и прокачал еще на один уровень нашу легендарную ловушку. Именно пчелиная пушка. Оу, денег хватает у меня? Не хватает, к сожалению, на паучью ловушку. Ну что? А, вот, ребят, еще получил новую ловушечку. Это создает огненный столб, который поражает врагов сразу на двух этажах. Пусть знают, на что похоже адское пламя. Я еще и не пробовал, только получил. Ну что, у нас с тобой 11 уровень. Поехали. Будем смотреть, что тут. Так, навыки как деньги. Чем их больше, тем лучше. Так, начну, пожалуй, с пушки. Также вот так сделаем. Заодно надо проверить, как она вот работает. Вот эта вот штука. Паучка. Плюс, нет, столб, наверное, где-то здесь, наверное, поставим. И снеговика. Поехали. Идут архаровцы. Так, пока вроде бы неплохо. Угу, проходят. Умудряются они, конечно, тут пробежать, как я смотрю. Единственное, я что-то не понял, как вот это пламя работать должно. Мне кто-нибудь объяснит? Как оно должно срабатывать? Так, проклятые самоцветы выберу. Погнали. Угу, идут. Идут, по ним бомбят. Все мы бомбим. Так, вот. А что он такой слабенький-то? Это разве адское пламя? Это фигня, ребят, на самом-то деле. Это полная фигня. Они мне взяли, сломали все боки. Не имею права их отпустить. Ну, и что, они бегают? Ты посмотри, а. Даже, друзья, не знаю. И у нас третья волна, последняя. Ускорение атаки. Давай, ускорение атаки сделаем. Знаешь что, у меня не хватает денег. Катастрофически не хватает денег. Вот что я заметил. Они вот идут. А денег у меня не хватает. Ё-моё. Да вы серьезно, что ли? Ты просто полюбуйся, что они творят здесь. Посмотри. Хорошо, что мы взяли все-таки проклятые кристаллы, ребята. Они просто не могут их утащить. Все, они погибают. Это единственное, что нас тут, по-моему, сейчас выручает. Так, еще два мелких теперь появилось, летающих. Ух. Дай-ка я так вот сделаю лучше. Друзья, ну мы каким-то просто чудом здесь сохранили наши самоцветы. Просто чудом. Ты видел, что там происходило? Вообще трэш какой-то. Что нам тут? Ну, опять ничего хорошего не упадает. Опа, пушка. Разблокировку влепили. Так, здесь забираем. Может быть, из-за того, что пушка у нас вот эти вот огненные. Так, вот они у нас готовы прокачаться. Может быть, из-за того, что они слабо прокачанные. Да, они только уровня третьего. Урон по области, ну тут понятно. Вот. Пока вроде бы норм.
Ну что, погнали, у нас 12-я миссия. На 15-й, еще раз, ребят, повторю, будет босс. Босс. На 15-м уровне. Так что нам как бы здесь с тобой не до шуточек. Что? Что? Кажется, исследователи очень любят алмазы. Говорят, появилась новая и очень мощная ловушка. Она может мгновенно телепортировать врага на нижний этаж. Давайте же поскорее ее испытаем. Какая ловушка? Ты о чем? Не надо ничего там испытывать, никаких новых, блин, ловушек. Вы зачем? Хотите мне тут что-то сделать? Ну-ка. Давай. Так, у нас новая какая-то пушка, я смотрю. Так, тут, наверное, надо еще и замедляху поставить, ко всему прочему. И заморозку здесь. Так, что мы будем с тобой делать? Тяжелые самоцветы. Пускай будут тяжелые самоцветы. Ох ты! Это что еще за чудило летающее появился, ребят? Еще и босс. Еще и босс тут идет. Да я прокачаю ее как можно быстрее. Ой, ребятушки, что-то как-то все очень плохо. Все очень плохо. Они очень ломают эту быстро стенку. Вот что я заметил. Так, идет один партизан, он там. Есть. Так, тут опять же три волны все-таки, ребят. Не так уж и много, но и немало, согласись. Так, нам на выбор премиальные. Не, вот проклятые самоцветы я возьму. Просто почему-то у меня такое ощущение, что... Блин, лишь бы они мне огнемет не сломали. У него там уже, ребят, на ладом он дышит одним словом. Просто дышит на ладом этот огнемет. Да что ты? Мне катастрофически не хватает энергии. Просто не хватает энергии, ребят. Смотри, что вытворяет, а? Внизу все мне сбили, просто все сбили. Так, замедляшку. Так, не утащил, да? Не хватило ему мощей. Все, ребят, сложно. Начинается все сложнее и сложнее и сложнее. Так что берегись, рычик, не расслабляйся. Деньги приносят еще больше денег. Базара нет. Так, выполненные задания забрали. А разве у нас... Подожди секундочку. Так, у нас 1000 самоцветов. Кстати, магазин. У нас же есть с тобой... Во! Возьмем. Надеюсь, легендарная ловушечка нам достанется. Есть. Но новая, новая. Хочу новую, ребят. Опа. Что? Что здесь такое? Покажи, пожалуйста, что здесь? Ай. А вот это что такое? Что-то новое. Мы получили какую-то новую пушку. Так. Ну, поставим ее вот сюда, к примеру. Что это у нас? Разбрасывает семена в темпе скорострельного пулемета. С легкостью уничтожает зомби. Отсылочка на растение против зомби, друзья мои. Я уже понял. Давай тогда еще прокачаем. А, чего не хватает? А чего не хватает? А, монет не хватает. Все, ребят, понял. Не хватает у нас монет. Может быть, возьмем шикарный сундук? Ну-ка, что нам тут выпадет из него? Ух ты. Так. О, огнеметик.
Ладно. Бесплатно. Ну, спасибо. Ну что? Забираем тут сундук. Да что ты будешь делать? Тут обычные карты. Раз, два. Открываем сундук. Что там? Три мины. Ну, три мины — это ерунда. Вообще, мины — это сами по себе ерунда. Ну что? Денег у нас не хватает, поэтому пошли. 13 уровень, ребят. С этим навыком вы сможете дать отпор своим врагам. Этот навык принесет вам удачу, а ведь она вам нужна. Перебьюсь без твоей удачи. Такс. Начнем, пожалуй, потихонечку. Пожалуй, начнем потихонечку. Поехали. Заодно посмотрим, как это растет. Так, летающие. Блин. Хорошо бомбит. Что я могу еще сказать? Эта вот пушка отлично уничтожает летающие цели. Просто отлично действует. Так, ну что, следующая волна. Заберем с тобой синтез. Один к мане за синтез. Нет, это фигня. Снайпера возьмем. Поехали. Так, опять тут летающие, тут эти кренделя бегут у нас на летающих аппаратах. Что-то я немножко разочарован в этой. Ага, они еще стреляют. Они стреляют по моим, ребята, этим ловушкам. Вот что я тебе хочу сказать. Слушай, ребят, может быть, вы успокоитесь, а? Куда вы собрались-то? С моими кристаллами они собрались бежать куда-то. Так, стоп. Что нам с тобой нужно прокачать? При продаже ускорение атаки. Нет, проклятые самоцветы. Возьму на всякий случай. Угу. Ну-ка посмотрим. О! Шлемаке такой. Не нравится мне эта огненная ловушка, что-то как-то. Не знаю, ребят. Я как-то от нее большего эффекта ожидал. Она вот такая вот. Ну, жарим, жарим, жарим. Жарим. Куда свистнул? Твою налево, посмотри, а. Там сейчас малыши появятся. Да-д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 а. Тихо. Все. Здесь мы тоже, слава богу, выиграли. Ну давай так. И вот так. Отлично. Ну что, еще остается два уровня у нас. Да, мне нравится. Нравится, нравится. Летучую бомбу мы открыли. Это на ПВП сражениях, если вдруг мы захотим побомбить. Ну что? Блин, я, наверное, все-таки уберу, блин, огнемета тут убрать или снеговика убрать и поставить стену. А, вот у меня еще что, ребята, новое есть. Я тоже ее недавно получил. Давай мы ее заценим. Что она там? Она стреляет стрелами, насколько я помню. Она стреляет стрелами. Что-то типа как вот этот вот наш цветочек. Должна так, по идее, бомбить. Ну что, давай проверим, как она будет в деле. Стоит недешево, я тебе скажу. Такс. Ну вот так вот для начала. Сейчас проверим. 5 волн здесь будет, ё-моё.
А, вот ты что делаешь? Че, и все, что ли? Серьезно, всего лишь одна стрела? Ну, что-то как-то вообще ни о чем, блядь. Кристаллы тащат, прикинь. Они тырят наши кристаллы. Так, давай метеор возьмем. Так, кристалл-то тут рядом, ё-моё. То есть им... Ай, сейчас они сейчас быстро, друзья мои, его будут выносить. Как же быть? Утащат, утащат они наши кристаллы. И это будет первый фейл. Посмотри, 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 что происходит. Да, этот-то кристалл, он находится прямо рядышком, ребята, с выходом, ты понимаешь? То есть они его схватят и утащат, все. И ничего ты там, блин, не сделаешь. Ладно, у нас там сколько? Три кристалла, по-моему, допустимо, да? Похитить. О, уже бежит, бежит, бежит довольно. С этими, с кристаллами. Остался один самоцвет. То есть вот битва сейчас будет за один последний самоцвет, который они у нас захотят стырить. Уж я точно не имею права его позволить отдать. Чего-то не стоило. Убиваемся по полной программе. Так, давай сюда поставим эту ловушку. Прокачаемся здесь. Эй-эй-эй-эй-эй. Так, может быть, вот так сделать еще. И вот так. Ты их схватил, да? Фьюх! Да, друзья мои, да. Вот так вот, чуть было не сфейлились. Но благо у нас все получилось. Так, остается сколько у нас там? Два уровня, если я не ошибаюсь. Два уровня. Так, дирижабль открывается у нас на ПВП. Так, что я хотел? Ребят, я не знаю, может быть действительно заменить. Заменить вот эту вот огненную фигню на стену. Вот на такую стену. Земляной вал. Как ты думаешь? Есть ли смысл? Ну что ты? У нас же земной вал был, да? Земной вал. Использовать вот сюда. Огнемет. Или лук убрать. Лук тоже какой, ну я не знаю, ребят, не особо такой сильный. Надо ставить то, что прокачано очень сильно у нас. Циркулярки, вот все это у нас прокачано. Замедляшку можно взять. Давай, использовать вместо... Нет, лук все-таки оставим. Эх, ладно. Давай здесь заберем. Поехали. Босс, друзья мои, здесь у нас будет уже босяцкий. Так что хорошие навыки могут изменить ход боя. Давай, наверное, вот это заберем. Так, ну что, получили с тобой ускорение атаки. Поехали.
потихонечку начнем. Так, сразу же, наверное, заморозку сюда влепим. Земляной вал, наверное, пока не будем. Пока вот так вот посмотрим. Так, и бочки с хлопушками. Сколько? 15 волн! Вы серьезно? 15 волн, друзья мои. Нифига тут. Я даже боюсь представить, что сейчас тут 15 волн. Ты представляешь? Так, снайпер, премиальная установка. Давай, премиальная установка. Поехали. И враг будет с каждым разом все сильнее, сильнее, все злее и серьезнее. Лук, конечно, один раз бомбанет, и все, ребят, и в отключку спадает. Как бы на одном этаже тоже не стоит все так зацикливаться, надо еще и другие этажи прокачивать. Так, усиление атаки. Поехали. Третья волна. Без 15. Я представляю, что нас будет ждать ближе к последней волне. Так, давай здесь сделаем. Пускай он там бомбит по ним. Слушай, он бомбит очень хорошо. Цветочек, вот, вот то, что вот против летающих, да, у него здесь ничего нету, к сожалению. У меня точнее. Давай так вот сделаем. Есть. Так, здесь прошли. Смотрим дальше, что у нас там идет. Так, премиальная установка. Премиальная установка. Я, наверное... Нет, все-таки премиальную. Все. Надо осиную пушку-то прокачать. И вал, кстати. Вал тоже вот не помешает здесь. И заморозка вообще будет топчик. О, третий уровень. Максимальный. А что снег... А, нет, снеговик жив. Снеговик жив. Так, ну что, следующая волна. Пятая. Давай вот так вот сделаем. Вал надо прокачивать дальше. Снеговика улучшим. Так, лук тоже до максималочку возьмем. Так, награда. Плюс к мане в начале боя. Да, плюс к мане обязательно нужно. То без маны-то я что тут сделаю? Ничего. 43, маловато, конечно. Враг сильнее, 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 еще раз сильнее становится. Давай вот так вот поставим еще с тобой одну. С петардами. Окей. Так, тут третий уровень, да? Получается, вот сюда я поставлю тогда еще одну ловушку. Пускай она стоит. Награда за поражение. При уничтожении определенного количества врагов появляется ловушка. О, ничего себе, появляется ловушка. Это будет круто. Так, стенку я прокачаю по максималке, третий уровень. Снеговика здесь. Так, давай. Отлично. Второго уровня у нас пчелиная пушка становится. Давай дальше. Восьмая волна. Лук я больше прокачать не могу. Я могу только вот тебе-то огнемет здесь еще поставить. Блин, снеговика как-то надо спасать. Как ты его спасешь? Как спасти мне снеговика?
уничтожит сейчас. Так, возврат самоцветов. Вот. То есть, если они не вынесли самоцвет, то он как бы возвращается к нам обратно. Блин, снеговик, давай-ка я тебя про... тут залечу. Что-то здесь бедный покусанный у меня. Давай, летучих этих. Так, замечательно. Что-то снеговик уж больно как-то быстро, ребята, теряет свою силу. Ты посмотри, у него опять уже мало здоровья. Третий уровень пушки. Воу-воу-воу-воу. Блин, снеговика разобрали. Да что же вы делаете-то, а? Так, здесь разобрали. А того снеговика все-таки, ребята, они мне уничтожили, который сверху у меня стоял. Награда за поражение, усиление атаки. Вот, возьмем усиление атаки. Фух. Но не чувствую я, чтобы тут была офигенно мощная атака. Понимаешь? Не чувствую я. Так, пушку. А, тут внизу третий уровень, это все. Снеговик, давай. Установили его. Четыре волны еще, ребят, ожидаем. Так, здесь залечим. Что это? Огнемет. Так, уровень получили. Должно быть улучшение. Что мы тут улучшим? Улучшенный выстрел. Поехали. Две волны, друзья, еще остается. Прокачиваем полностью вот эту пушку до третьего уровня. Здесь снеговика. Не надо мне. Блин, сейчас уничтожат пушку мне, да? Ты прикинь, что сделали, а? Бомбанули, да, ребята? Бомбанули мне пушку. Так, предпоследняя волна. Мне если только прокачивать, получается, огнеметку. Огнеметка целая пока. Ладно, поставим на всякий случай. Да, на последней волне будет жесть вообще, полная. Получается. Снеговика-то обязательно нужно влепить. Ну что, ребята, последняя волна. Жесткая последняя волна. Что, прям вообще ни на что не хватает, что ли? Оу-оу-оу-оу, ребята, слизень гигантский какой-то. Смотри, просто идет гигантский слизень. Ё-моё. Ты посмотри, что творит, а? Идет прям напролом в наглую, ребят. Я надеюсь, что он не утащит кристалл. Давай, родные, есть. А, тут еще мелкие, блин. Да куда ты? Сейчас
Чух, ребята, вот это было, вот это была жесть. Вот это была жесть. Ну, мы благо справились, и это круто. Мы отбили. Отбили, ребята, наши сокровища. Ну, конечно, да. Так, что у нас там? Забираем сундук. Честно, заработанный. Угу. Так, пушка огненная, это хорошо. Здесь у нас... Опа, наградочка. Солидно. Так, здесь тоже заберем. Вот так вот, плюс. Здесь. И еще один. Ага. Тут у нас... Оп, 30 самоцветиков забрали. Так, на разблокировочку. Так, и теперь можно прокачать вот. Огнемет. Очень мне нравится, ребята, огнемет. Напишите в комментариях, что для вас лучшая, какая ловушка, из которых вы видели. Мне почему-то кажется, что пчелиная пушка такая топовая, потому что самонаводящиеся снаряды, сам понимаешь, да? Так, мы можем? Мы можем еще с тобой вал прокачать. 7-й уровень, ничего себе. Так, что у нас там дальше? Дальше у нас, ребята, идет новая карта. И тут какие-то идут злодеи. Новые какие-то гоблины, по ходу дела. Ладно, давай с тобой одну партийку здесь сыграем. И будем на сегодня заканчивать. Ой. Вы знаете, что такое эффект бабочки? Согласно этой концепции, бабочка, взмахнув крыльями, может вызвать разрушительный тайфун. Надеюсь, этот эффект как раз окажется таким бабочкиным эффектом. Нет, давай я уже без всяких там бабочкиных эффектов. Я знаю, что вот этот цветочек очень хорошо бомбит. Плюс снеговик, который дает мне заморозку. Плюс вот здесь вот вал поставим. Против летунов они наверняка будут. Вот, и здесь я поставлю бочку. Погнали. Да, действительно, это какие-то гоблины. Там были люди, воришки, тут гоблины. Или орки. Скорее всего, орки какие-то. Так. Вот этот малый вообще не промах. Цветочек, короче, как пульс пулемета бомбит. Мне нравится, ребят. Двойной синтез. Вызываем следующую волну. Идут, идут, идут супостаты. Так. Кто-то писал мне в комментариях, что получил новую ловушку там. Ядовитую. Я бы тоже хотел бы ядовитую ловушку, которую нам в тот раз дали протестить. Очень хорошая ловушечка. Но она легендарная, поэтому шанс ее получить очень маленький. И то из легендарного сундука, как ты понимаешь. Так, усиление атаки. Ну что, последняя волна. Идут, идут они тут. Снеговик прокачан по полной. Была бы какая-нибудь тут не ловушка, знаешь, которая бы чинила бы наши сломанные эти. Наши сломанные ловушки. Стену не троньте. Все, мы прошли здесь, ребят. Ну, ты сам понимаешь, первый уровень, он всегда легкий. А сколько здесь вообще их будет? Можно мне глянуть? Так, ну, гоблины, ребята. Это гоблины, оказывается, были. Так, сколько здесь? Ох, ё-моё, 20 этапов, что ли? 20... О, ты посмотри, кто тут... С пулеметами! Да это не гоблины, ребята. Это... Нет, вообще-то гоблины. Да, они же любят вот это вот под землей жить и вот эти всякие там изобретения свои. Ты посмотри, уже на бульдозере едут, ё-моё. То есть, я так понимаю, что всякие стрелки брать их не... Короче, это будет жесть, ребят. Это будет жесть, но с этой жестью мы с тобой познакомимся уже в следующей серии. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.